Эта встреча не первая, а очередная. Сколько их было за этот год, со счета сбились. И председатели, и сам глава города. Друг друга они уже знают хорошо, поэтому понимают с полуслова. В последнюю в уходящем году встречи подвели итоги. В период с января по декабрь 2011 года от председателя учебного комитета всего поступило 139 обращений. Мало это или много, я не знаю. Из них исполнено 129, что составляет 92,8%. Оставшиеся нерешенные вопросы уличных комитетов требуют времени, так как не всегда все зависит только лишь от города. Итоги итогами, а вопросы насущные все равно есть, и ответы на них пришлось находить. Вот одна фирма, чистый город, скажем так, убирает Гоголи, и вторая же тоже убирает Гоголи, но только одна левая, другая правая сторона. Один проехал, значит, прочистил, другой завалил. И получается, он одну сторону проходит, закручивает все с города, возвращается он... По другой стороне. То есть у вас не может две фирмы работать там по одному городу. Каждую улицу убирает одна фирма. Участники встречи поздравили друг друга с наступающим Новым годом и наметили планы на 2012. Татьяна Баловнева, Евгений Ерофеев. Новости Димитровграда.